сегодня пятница. Это день почти что отдых перед шаббатом. И мы на главной аллее, которая называется Финиковая аллея. И вот прошли, вот там вдали впереди ярмарка, на которой представлены разные вкусные предметы кулинарии и ручной промысел. И вот на этой улице заканчивается эта ярмарка, и мы сейчас направляемся к морю. Сейчас посмотрим, скульптура интересная. Вот это. Автобусы ходят хорошие, темно-зеленого цвета, бирюзового, почти пустые, красные, очень удобно передвигаться по городу. А мы сейчас идем на пляж. Вот мы сейчас на площади Марины. Авеню Бич. Я смотрю на Мол Хайям, центральный супермаркет, самый крупный. Около него мы часто утреннее время отдыхаем напротив него. И потом заходим, чтобы отдохнуть от солнца. Вот камера скользит по пляжу, по городскому доступному пляжу. Он сейчас пустынный. А сегодня пятница, и народ весь гуляет по улицам с семьями. Очень много семей. Вообще, в Израиле мы почувствовали культ семьи. И очень приятно это видеть. Лица улыбаются, никто ни с кем не ссорится. Ходят очень мирно, беседуют, шутят, малыши носят на руках, в колясках катают. Вот такая вот площадь, по этим ступенькам мы поднимаемся и идем вон туда, когда возвращаемся домой, вот туда, в город, вот там наш. Вот там и пирамида видна, мимо пирамиды мы уходим туда повыше, заходим в другой супермаркет и домой. Наш отель «Комфорт» 4 звезды. А сейчас мы на набережной Марине. Пойдемте на прогулку по набережной. Посмотрим публику, посмотрим гуляющих израильтян. Очень много гостей, но в основном это израильтяне. Приезжают сюда на выходные или отдыхают работающие здесь. Ну, работа здесь такая, бизнес свой. Отельные, рестораны, кафе или магазинчики. Что-то сдают. Какое-то производство еды. В основном все вокруг гостиничного и отельного бизнеса, туристического, как Полина наша. Мы идем по набережной туда, вот там находится, какой, на восток, да, на восток, на ту окраину Элатского залива. Там. Вот там запад? Нет, там восток. Да, там восток. Вот идет публика такая, очень мирная, очень обходительная, культурная. Мы ни разу не слышали из каких-то грубых слов или их небрежных ответов. Все очень гостеприимно. Народ одет скромно, нет брендов, но одет очень добротно и по погоде. Одета очень даже спортивно и экономично. Так, бюджетно, бюджетно. Девушки в основном в джинсах, в лосинах, в майках, в таких небольших кофточках, в
Мне очень сегодня тепло. Первый теплый день. Температуру мы еще не знаем. Точно посмотрим сейчас. Мы посмотрим сейчас на море. На море народ собирается, но купающихся очень мало. Купаются единицы. Ну, человек 5, может быть. Гуляют в основном. Сегодня же пятница, шаббат. Третье февраля. 5:20. Полшестого. Мы заканчиваем наше пребывание на этом берегу. Сегодня же неделя заканчивается. Такой теплый вечер. Пляж пустеет, мы расходимся. И будем к себе в отель. Море спокойное, купающихся уже нет. Февраль месяц.